Представляем вашему вниманию астрологический прогноз с 15 по 21 ноября 2021 года. Овны, убеждать и превращать противников в союзники – вот центральная задача недели. При этом постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не осталось недосказанностей и обид. Все отношения лучше выяснять в открытую. Во второй половине недели для развития вашего дела потребуются определенные финансовые ресурсы. Тельцы, вам необходимо заглянуть в себя и подумать, что могло повергнуть вас в смущение, внеся в ваш достаточно стройный жизненный распорядок элементы хаотичности. Выбор часто бывает сложным, поэтому прежде чем действовать, все хорошенько обдумайте. На работе вас ждет признание, уважение и понимание. Близнецы, на этой неделе возрастет ваш творческий потенциал, и что будет весьма кстати, вы можете получить многообещающее деловое предложение. И это реальный шанс на большую прибыль, так что проявляйте инициативу и креатив. Раки, на нынешней неделе желательно не ослаблять внимание, так как могут произойти важные и интересные события. Пропустить их было бы глупо и обидно, ни в коем случае не ленитесь, именно сейчас вы можете показать себя с лучшей стороны. Учитывайте интересы коллег, помните, что перетягивание одеяла на себя может лишь осложнить отношения в коллективе. Львы, в понедельник желательно не начинать новые дела, старт будет сложным. Неделя насыщена событиями, активная в сфере, связанной с профессиональной деятельностью. Желательно со своими проблемами справляться собственными силами и не влезать в долги. На работе есть опасность иллюзий и звездной болезни. Девы, вы в центре внимания, полны силы и энергии, однако дела почему-то складываются не лучшим образом. Не старайтесь исправить сложившуюся ситуацию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен. Задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую активность. Весы. Начало недели благоприятно для поездок и встреч с друзьями. Ничего не планируйте, живите по собственному графику. Во вторник вас могут порадовать хорошие новости. В четверг может произойти событие, которое кардинально изменит вашу личную жизнь. Скорпионы, проявив мудрость и сдержанность, вы успешно справитесь с делами и получите солидную прибыль. А ваше материальное положение стабильно и больше не беспокоит вас. Стоит поддаться эмоциям, если речь о любви. Стрельцы, эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя, если захотите этим заниматься. Наиболее практичное применение данного таланта, пожалуй, найдут те, кто займутся ремонтом жилья. Козероги, подготовьтесь к насыщенной и достаточно напряженной неделе. Залогом успешного хода дел станет соединение практической хватки со здоровым честолюбием. А вам необходимо сконцентрироваться на самом главном и не распыляться по мелочам. Водолеи, неделя в основном пройдет ровно и спокойно. Ваши коллеги сыграют важную роль в вашей карьере. Нежелательно нервничать и раздражаться по пустякам, тогда работа будет спориться и неделя станет весьма продуктивной. Рыбы, на этой неделе желательно избегать импульсивности и нелогичности в словах и поступках. Если вы обойдете эти подводные камни, то атмосфера вокруг вас гармонизируется. Вы перестанете нервничать, на работе необходимо тщательно проверять поступающую информацию.